أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Уважаемые братья, мы находимся при двери месяца Рамазан, и сегодня мы делаем проповедь ваза об месяце Рамазан. Всевышний Аллах в священной книге говорит «Ауду биллахи минашид, он раджим, бисмиллахи рахман рахим, я айюха лазина аману, кутиба алайкум ассияму, кама кутиба ала лазина мин кабликум, кама кутиба ала лазина мин кабликум, лааллакум таттакун». О те, которые уверовали, вам предписан пост, как оно было предписано предыдущим поколениям, предыдущим умматам, чтобы вы были счастливыми. Вот так обращается Всевышний Аллах к нам. Дорогие братья, Всевышний Аллах возложил на нас вот этот пост, пост месяца Рамазан, чтобы делать счастливым нашу уму, исламское общество. И ее сделал, этот пост сделал из арканов ислама, из пяти арканов ислама. И ислам совершенным, полным не бывает, если человек не бывает убежденным о том, что пост является обязательным. И если он не уверует о том, что это является фарз, значит его ислам не считается. И его иман тоже, то есть камилом не бывает, если ее не исполняет пост месяца Рамазан, спокойствием и будучи подчинены Всевышнему Аллаху. Если человек делает инкар о том, что пост – это не обязанность, значит, получается, человек становится кафиром, этот человек выходит из рамки ислама, он выходит из общества мусульман. Когда человек не исполняет пост без шариатских узру, без каких-то причин шариатских, тогда человек, получается, попадает в грех. Он бывает масияты Всевышнему Аллаху, то есть не в подчинении Всевышнему Аллаху и пророку, алейхиссалату вассалам. Далиль об обязанности поста месяца Рамазан, далилом является аяты Корана, также сунна, хадис пророка, алейхиссалату вассалам, и иджма всех мусульман. Всевышний Аллах в священной книге говорит «Ауду биллахи минашшайтану раджим, бисмиллахи рахману рахим, шахру рамазана ллази унзила фихи л-Кур'ан худаллин наси ва байинати минал худа валь фурқан, фаман шахида минкуму шахра фалясум, ва ман кана маридан ау ала сафарин фа иддату мин айямин укар». يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Месяц Рамазан, в котором был ниспослан Коран, был ниспослан как наставлением и как разъяснением, разъясняющее зло от истины и разъясняющее правильное направление. Вот таким был ниспослан Коран месяц Рамазан. Тот, кто встретит этот месяц, тот, кто будет находиться в этом месяце, пускай соблюдает пост. Вот так обращается Всевышний Аллах. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Тот, кто находится в болезни, тот, кто болеет, и тот, кто находится в сафаре, фаиддатун мин айямин охра. То есть он должен возмещать, он должен завершать вот это число или же 29, или же 30, если будет месяца Рамазана, он должен ее завершать из других дней. Юриду Аллаху бикум аль-усра, ва ла юриду бикум аль-усра. Аллах любит для вас легкость. Аллах не любит для вас трудности.
Вот видите, из-за того, что Аллах не любит для нас трудности, тот, кто находится в болезни или в сафаре, ему, значит, разрешается из других дней, то есть заполнять вот это количество. Вали тукмилю иддата. Вы завершаете вот это количество, полное количество вот этих дней. Вали тукабиру Аллаха ала ма хадакум ва лаалакум ташкурун. И вы такбир, то есть возвеличиваете Всевышнего Аллаха, и за то, что Всевышний Аллах вас направил на истинный путь. И для того, чтобы вы возвеличиваете Аллаха, и для того, чтобы вы были благодарными. То есть проявляете благодарность вот за этот рахмат, за этот месяц Рамазан и за другие все рахматы, которые Аллаху Та'ала отправляет нам. И пророк, алейхиссалату вассалам, в своем хадисе говорит: «Буньял ислам ала хамсим». Ислам основывается на пяти столпах. Шахадати Аллах, Иллаха Иллаллах, Анна Мухаммада Расулаллах. В первую очередь это получается свидетельство о том, что тому, кому мы должны поклоняться, он один. Он один, этот Аллах. И пророк Мухаммад является его пророком. Ва икам ис-салати. Совершение пятикратной молитвы. Каждый день пять раз молиться. Ва итай закати. Выплачивание заката, если у кого есть имущество. Ва сауми Рамадана, говорится. И соблюдение поста месяца Рамазан. Ва хаджил байти манистат а илейхи сабиля. И совершение паломничества. Хадж Мекку, у кого есть возможности. Возможности здоровьем и возможности материальным положением человека. Тот человек, который не соблюдает пост месяца Рамазана, он не может воздержаться от пищи и еды, от пищи и от питья. Этот человек не может воздержаться и от других грехов тоже. Если он, у него дух не хватает соблюдать пост, у него дух также не хватает оставлять и плохие деяния. И он будет и воровать, он будет и зина делать, и пить. Все другие грехи тоже будет делать человек, который не соблюдает месяцы Рамазан и пост. И какая же мерзость это. Это очень такая мерзость месяц Рамазан находиться в разговлении. У нас вот эта мерзость везде и всюду видна. Видишь на рынок, подряд все кушают. Мужчины, женщины, без разницы, кушают. Для женщин то мы будем оставлять, может, у них какая-то причина, цикл, месячный цикл, может быть, из-за этого они не постятся. А мужчинам что сказать? Мужчинам ничего не скажешь. Здоровые, как верблюди мужчины, кушают на базаре, на улицах месяц Рамазан. Вот как это понимать? Мерзость это, сильная такая мерзость. И эти люди являются теми людьми, которые зулму делают, насилие делают над своими нафсами и над своей религией тоже. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ман афтара яуман мин рамадана мин гайри рухсатин вала марадин лам ядзихи сауму дахри кулли ва инсама». Если же упустил один пост месяца Рамазан, если целый век, всю жизнь имеется в виду, если будет он возмещать, это не будет приравниваться. Он не сможет это все возмещать. Без шариатского узра, если человек упустил этот пост. Вот так говорит в своем достоверном хадисе пророк, алейхиссалату вассалам. Также говорит пророк, алейхиссалату вассалам: «Байнама ана наимун атани раджулани фа ахаза бидабайя». Когда я спал, говорит пророк, ко мне пришли два человека и взяли за мои забайя. Это получается лопатки и подмышки. Взяли вот так, говорит, и меня фа атая би джабалан варан. И они, говорит, пошли со мною на бугристую гору.
И они оба сказали, поднимись туда, поднимись на эту гору. Я сказал, я не могу подняться. Они сказали, мы, говорит, тебе поможем. Мы тебе поможем подняться. Я поднялся, говорит, когда, говорит, был, я уже поднялся до середины горы, я услышал сильные голоса, крики имеется в виду. Я спросил, говорит, что за эти крики? Кто это кричит? Мне они ответили. Хаза дайва у ахлинар. Это, говорит, крики обитателей огня. Потом, говорит, сумман тулликаби. Потом они оба пошли вместе со мной еще дальше. Еще поднялись, говорит, на гору. Файда анаби каумин мааллакина. Би арак ибихим мушаккатан аштакухум тасилу аштакухум дама. Я, говорит, дальше пошел. И были люди связаны в колени. Колени друг другу, говорит, были связаны. И паст, рот имеется в виду. Они были, говорит, как мы говорим на грубом языке, порванными. Там, говорит, люди были, и кровь, говорит, текла. Я спросил, кто эти люди? Тогда они ответили, «Алладзина юфтируна кабла тахиллати сауми». Те люди, которые разголовляются, отпускают пост до наступления времени. То есть не соблюдают, имеется в виду, не соблюдают пост. Вот это страшное наказание вот получают эти люди. Значит, эти люди получают теми людьми, которые зумму делают над собой. Зумму делают над своими навсами и над своими религиями, над своей религией тоже. Тот человек, который может соблюдать пост месяца Рамазан, этот человек, он и готов бывает даже к бою, если придется ему воевать, к этому тоже он готов бывает. Если же человек не может соблюдать пост, это получается, он считается трусом, просто трусом считается. Вот возьмите наших предков, нам-то какие-то вот легкие времена наступили. Вот сегодня такой жаркий день, мы вот здесь находимся прохладе. И каждый человек дома находится прохладе. У нас кушать есть, пить есть, транспорт есть, куда-то ездить. Все у нас есть, даже дрова рубить не приходится нам. А представьте, в каком положении были наши родители. Наши родители в основном у всех жили в селах. Вот жаркое лето. Они поднимались на гору, утром шли, целый день косили там траву или собирали траву, находясь в посту. И потом вечером, жаркий, длинный день, очень длинные дни, и возвращались домой и смотрели за скотом, и кушать готовили, особенности женщин. У женщин еще больше был труд, больше, намного больше был труд. И эти люди... Вера их укрепляла. Вот эта вера заставляла их поститься. И они в силе находились. И они болезнь даже что такое не знали. Болезнь даже не чувствовали. Вот такие были наши родители. А мы, находясь в вот таких положениях, на улице, месяц Рамазан, не поститься и кушать, это позор. И... Просто-напросто не кушать и не пить – это недостаточно для поста. Имам Газали в своей книге перечисляет вот некоторые моменты, которые мы должны соблюдать в месяце Рамазан. «Галлу басари ва кафу ани, иттисаи фи надар, иля кули ма юзаму ва юкра». То есть это притупление взора тому, что вот запрещается смотреть. Женщина проходит, притуплять надо взор. Если, например, какие-то голые, обнаженные, там в рекламе что-то идет, притуплять надо взор. То, что вот запрещается, другие какие-то моменты, запретные моменты, то есть притуплять надо взор, не смотреть на это все. И притуплять взор от того, всего того, что
То есть нас ведет к забвению от Всевышнего Аллаха. То есть мы этих каких-то моментах мы забываем, гафлат мы попадаем. Вот от этого тоже притупляет взор. Вот это является первым, то, что перечисляет имам Газали. Второе – это хифсу лиссани аниль хадаяни валь фухши валь джафаи валь хусумати валь мира. Это сохранение языка от шуток, от злословия, от грубости, от споров, валь гибати валь намимат, от поклёпа, гиба делать за спиной какого-то человека что-то говорит, от сплетни. И чтобы язык был занят упоминанием Всевышнего Аллаха, чтением Корана. У пророка, алейхиссалату вассалам, спросили про женщину, которая соблюдает днем пост и ночью встает, но она вредит своим соседям. У нас же много таких. Даже женщины, которые, и мужчины, без разницы, которые очень много соблюдают пост, совершают молитвы, ходят в мечети, есть, которые вредят своим соседям. Про эту женщину спросили у пророка, алейхиссалату вассалам, какое хукму бывает для нее. Он сказал, «Ла хайра фиха хия мин ахлина». «В ней нет добра», он сказал. «Она является из обитателей ада». Вот представьте себе, из-за того, что все она делает, по ночам встает, ибадат делает, днем соблюдает пост, но соседям вредит. Это из обитателей ада, он сказал. Поэтому вот на такие моменты, вот эти нравственные моменты, вот свои качества, вот на это надо обращать очень большое внимание. Также третье, то, что перечисляет имам Газали, «Кафу сами аниль исха иля кулли макрухи». Это воздержать уши, не слушать, имеется в виду то, что запрещается. То, что является макрухом, это как музыкальные инструменты. Это как, например, кто-то болтает там нецензурными словами, другими такими вещами, вот не слушать. Потому что Всевышний Аллах, Он уподобляет человека, который слушает вот такие мерзости, человеком, который кушает харам. Всевышний Аллах в священной книге, в Коране говорит, «Ауду биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахману рахим, саммауна лил кадиби, аккалуна лил сухти». Люди, которые слушают ложь, и люди, которые кушают запретное. То есть он уподобляет их. Эти одни и те же люди являются. Поэтому от этого тоже надо воздержаться. Именно особенности месяца Рамазан. Всегда надо, но особенности месяца Рамазан. Один из шаиров, шеру делающих людей, он своему шеру говорит, «Иза лам якун лиссаме минни тасауну». وفي بصري غض وفي منطق سمت فحذي إذن من صوم الجوع والظما وإن قلت إني سمت يوما فما سمت. Если же я не сохраню свой слух, говорит, и свой взор, и свой язык, если не сохраню, тогда, говорит, то, что я получаю от поста, это лишь голод и жажда. Больше ничего я не получаю, говорит. Кири воздаяние ничего не получаю. Вот так говорит этот шаир. Четвертое, то, что перечисляет имам Газали, это «Кафу бакияти джаварих аниль мухаррамат, фала ястамилуа илля фитаатила». Воздержать другие все органы тоже, не только уши, там глаза и язык, и другие руки, ноги, чтобы не ходить на запретные места, чтобы не воровать, не протягивать руки в запретные места. Вот это тоже является, говорит, чтобы органы находились в подчинении Всевышнему Аллаху. Также пятое он перечисляет, чтобы, когда делается разговление, чтобы много не кушали. Вот это тоже является из важных моментов, потому что если мы много кушаем, значит, тот хикмат, та мудрость, который Аллаху Та'ала создал именно в этом посту, то есть мудрость,
она свою цель не получает. Не бывает той мудрости. Мудрость поста в чем заключается? Заключается в том, что ты мало кушаешь, ты облегчаешь свое тело, этим сохраняешь от страстей своего навса и подчиняешь свой навс Всевышнему Аллаху, не шайтану. Вот это великая мудрость находится в соблюдении поста. Вот это все уходит. И также вот мудрость соблюдения поста является воспитанием своего навса. Ты воспитываешь себе сабр, терпение воспитываешь, потому что целый день ты соблюдаешь пост, этим у тебя вырабатывается вот это терпение. Вот это очень большой такой момент. И также ты приравниваешься ангелам, чистым ангелам, потому что они не кушают. У тебя вот духовная, нравственная сторона, она как-то возвышается. Вот эти вот моменты вот заключают в себе вот соблюдение поста. Если мы вечером то, что днем не кушали, если вечером разум, если мы будем кушать, вот это все уходит. Вот хикмат не остается, там мудрость не остается. Поэтому, дорогие братья, к нам пришел этот месяц, месяц Рамазан. Вот скоро, через неделю будет этот месяц. И этот месяц является месяцем прощения. Шахрул афи ва рахмати ва махфирати ва тауба. То есть месяц рахмата, прощения, тауба. Вот это всего является этот месяц. И поэтому надо к нему готовиться. Свои навсы готовить к таубу. Чтобы свои языки очищать от скверного калама. Чтобы мы увлажняли свои языки упоминанием Всевышнего Аллаха, истигфаром, чтением Кур'ана. Чтобы мы притупляли свой зор. Чтобы мы держали, воздерживали свои руки от вреда нашим соседям, от вреда рабам Всевышнего Аллаха, мусульманам и другим. И чтобы мы искореняли из своего сердца злобу по отношению мусульман, хасад, адават. Вот это все, чтобы мы искореняли и чтобы мы вот простили тем, которые находятся на земле, чтобы мы были прощенными теми, которые находятся на небесах. И пророк, алейхиссалату вассалам, когда приходил вот этот месяц Рамазан, он делал обращение к своим сподвижникам. Он говорил: «Я, айюхан насу, кад азаллаку мушахрун азимун мубаракун». «О, люди», он говорил, «к вам пришел великий месяц, баракатный месяц. Шахрун фихи лайлатун хайру мин альфи шар». «Месяц, в котором находится одна ночь, которая лучше тысячи месяцев». Шахрун джааллаллаху сияма фаризатан. Месяц, которым Всевышний Аллах сделал соблюдение поста обязательным. Вакияма лайлатин татауан. И служить по ночам Всевышнему Аллаху, это сделал сунной. Ман тақарраба фихи бихаслатин минал хайри. Тот человек, который приблизился к Всевышнему Аллаху ход одним добром, кана каман адда фаризатан фима сивав. Хоть одно маленькое добро, если это месяц сделал, это приравнивается человеку, который как фарз исполнил в других месяцах, в других днях. Ваман адда фариза танфии, кана каман адда сабина фариза танфи масива. Тот, кто исполнил один фарз, значит, один пост или же один вот намаз, она приравнивается 70 намазам или же постам, которые совершаются в других месяцах. «Вахуа шахур сабри», он говорил, этот месяц сабру, месяц терпения. «Ва сабру савабуху аль-джанна». «У сабру воздаяние только рай», говорил пророк, алейхиссалату вассалам. «Ва шахру муасад», это месяц утешения. «Ва шахру юзаду фи риск аль-му'мини фи». То есть этот месяц, который му'мин добавляется риск, му'мину риск удается этому месяцу, потому что там садака много, беднякам попадается вот
разное то, что они не ждали. «Ман фаттара фихи сахи, ман кана магфирата нидунуби, ват иткара кабати мина нари». Тот, кто пригласит на еду этот месяц при разговлении этого поста, это приравнивается ему освобождение. То есть это будет прощением для его грехов и освобождением его для, от огня. Вот такое будет этому человеку. Вакана Аллаху митлю аджрихи мин вари ан янкуса мин аджрихи шайун. Ему будет то же воздаяние, которое тот человек получает. Если человек, который получает воздаяние при соблюдении поста, если его приглашает на еду, тот такое же получает. Вот такая вещь, вот приглашение на еду в месяце Рамазан. «Вахуа шахун аввалуху рахматун». Этот месяц, начало которого рахмат. «Ва авсатуху махфиратун». Середина – это прощение грехов. «Ва ахиру итку минанар». Конец – это освобождение от огня. «Ман хаффафа ан мамлукихи фихи гафара Аллаху лаху». Тот, кто легко сделает своим подопечным, имеется в виду своим рабам или же кому-то, ну, в данное время, наверное, будет своим подопечным, своим рабочим и другим, это значит, Аллах прощает ему грехи. «Ва'атакаху минанар» и освобождает от огня. «Вастакфиру фихи мин арба'и хисалин». Пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, в этом месяце, говорит, вы приумножаете в себе четыре, говорит, качества, четыре вещи. «Хаслатайни турдуна бихима раббакум». Две вещи, которые вы делаете довольным Всевышнего Аллаха. «Вахаслатайни лагина абикум анхума». И две вещи, которые вам необходимо ее делать. Это «фаамма хаслатани лятани турдуна бихима раббакум». То, что касается двух вещей, которые вы довольным делаете Всевышнего Аллаха, «фашахадату ан ла илаха илляллах». Вы говорите «шахадат». «Ватастахфирунаху» и просите, говорит, прощение. Вот этим вы сделаете довольным Всевышнего Аллаха. «Вамма хаслатан лятани лагина абикум анхума». И две вещи, которые вам необходимы. Без этого вы не обходитесь. «Фатасалунаху альджана». Вы, говорит, просите у Всевышнего Аллаха рай и просите прощение от огня. «Ваман сакаса са иман сакау Аллаху мин хаузи шарбатан ла язма ухата ядхул алджана». Тот, кто напоил постящего человека при разговлении только, при разговлении, Аллаху Та'ала дает ему пить из моего, то есть хауза, каусара имеется в виду. После этого никогда, говорит, человек жажду не почувствует. После того, как выпьет из моего каусара. Вот таким образом, то есть обращение делал пророк, алейхиссалату вассалам, своим сподвижникам, когда приходил месяц Рамазан. Также по отношению самого месяца Рамазан пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: «Иза джа Рамазан, футтихат абвабу джаннати, ва гулихат абвабу нари, ва суффидат ашшайатин». Когда приходит месяц Рамазан, открывается, говорит, двери рая, закрываются двери ада, и шайтаны заковываются, заковы их ставят, чтобы не мешали людям. Вот такой, говорит, месяц Рамазан. Очень много можно говорить о месяце Рамазан. К сожалению, время заканчивается. Короткое, вот то, что мы говорили, короткое смысл этого всего является, то есть соблюдение поста месяца Рамазан, это является фарзом для всех мусульман, достигших до зрелости. 14,5 лет обычно бывает у мальчиков, у девочек еще раньше бывает. И если человек в состоянии здоровьем или же не находится там в трудных местах пути, значит, каждый человек обязан соблюдать пост месяца Рамазан. Тот, кто говорит, что это не обязанность, это кафир, безусловно кафир. Но, к большому сожалению, у нас есть такие люди. Мы встречаем в сафаре их, мусульмане, обычные мусульмане, которые живут у нас среди нас, в Дагестане, когда в сафар попадаешь,
Когда человек не молится, когда им говоришь, почему не молитесь, они говорят, у нас сердца, говорят, чистые, это достаточно, это не обязанность, это прямое куфру. Если муж и жена, если муж сказал такие слова, это уже развод получается, это куфру, это очень опасная вещь. И поэтому сердце как может быть чистым у человека, который не соблюдает пост или не совершает молитву? Он не подчиняется Всевышнему Аллаху. Какая чистота в сердце может быть? Речи не может быть. И, конечно же, вот не только воздержаться от пищи и от еды, воздержаться от тех вещей, которые мы здесь перечисляли. Пусть Аллах даст нам правильное понятие ислама, понимание ислама. Вот понимание тех хикматов, которые Аллаху Тааля вложил вот эти вот обязанности. Во всех вот этих обязанностях есть еще такая мудрость, которую Всевышний Аллах, объединяющая умму исламскую. Во всех оно есть. Пусть Аллах даст нам тауфик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.